Всем привет, с вами Ермак. Сегодня мы будем продолжать прохождение кампании Мейд за Харконненом. И главная наша цель — тестирование самой кампании. Ну и по ходу стрима был высказывать на самосборку R72 от Тая, получается. Вот. Ну и буду рассказывать о самом, получается, и что нового добавлено вообще, и много чего другого. Так, напомню, буду проходить я вторую миссию. В прошлый раз мы проходили первую. Ладно, будем приступать. Сатоукар поручил набрать спайса от Рейдуса для набора войск. Если он обучит своих солдат вести бои до последнего выстрела и также научит их тактично обследовать регион. Твоя задача может показаться на первый взгляд несложной, но не стоит недооценивать Атрейдиса. Так, совет. Как я и обещал, наши ученые произвели квадов на твои собранные спайсовые залежи. Но квадов пока у нас на счету очень мало. Нам надо их беречь от Сардоукара. Ибо он не должен прознать про наши новые технологии. Веди войска вместе с квадами. Осторожно. Ну что ж, будем следовать цели. Твоя цель — не дать обучить войска от Рейдиса и уничтожить их базу. Так, ну что ж, продолжим. Так, войска. Так, мой план таков. Я буду отжимать спайс у компа. Точнее, не давать его харвестерам собирать его спайс. Чтобы он не мог закупать солдат для атаки и обороны базы. Оборона у него будет все равно. Но я думаю, это не должно повлиять никак наше прохождение. Так, их сюда. Разделю я вас на два легиона. Так, лучше будет и проще. Их мы сюда отправим. Сюда. Все, вперед, парни. Так. Тут добавили, вообще вот хаки сделали. Харвестер, раньше, если помню, вы помните с оригинала, стоял просто, собирал спайс и не обращал внимания, что по нему стреляет, да? То есть его атакует вражеский. А сейчас сделали так, на шуром хакеры, что Харвестер теперь может уезжать на базу, предварительно разгружать накопленный спайс. То есть при этом защищаясь от таким образом от налетчиков. Так.
Я планирую атаковать двумя легионами, я уже, наверное, это уже говорил. То есть одновременно на две базы сразу буду нападать, чтобы было эффективней атака. Так, харвестер пока я не вижу вражеских. Не дать их пока. А вот и харвестер вражеский появился. Так, одного мы засекли. Все, можно наступать. Временно туда и туда. Вот так ошла у нас. Вперед, мужики, вперед! Не убегай, мужик, не убегай. Так, пора на базу наступать уже. Сдавить юнитов. На них. Нажать усердно наступать. Вперед, 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 базу атаковать вражескую. Так. Отлично, одну базу мы снесли. А, убегать, убегать, убегать. Так, мужики. На помощь. Выходить нам надо. Бежим, 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 клад.
отступаем, отступаем. Бежим, 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 парни. Точнее, платно ж. Бежать надо. Сволочи. Базу. Вы мне квад сняли, гады. Есть. Так, ну вот это почти не стало, да? Сколько этих? Да хрена вообще, блин. О, эти мужики, давайте. Так, ну, к сожалению, это рестарт. Тактика наша не проканала. Ладно, тогда пойдем следующим образом. Всей толпой сразу же на их базу. Так и быть. Всем отрядом на базу.
Вот, Харвестер вражеский. Вот видите его. Базу он сразу побежал, докопил. Получается, Спайс. Все, сразу поплыл. Поехал на базу разгружаться. Сделали такую вот фишку. Также здесь увеличили вместимость Спайса, Спайс Силос. Все вы, наверное, помните, такой завод, строение, состоящий из двух бачков. Вот. Чертов Харвестер, блин. Всех подавил мне тут. Гад. А ну на базу, парни, на базу. Пока они не закупились, эти гады. Продолжаем атаковать их. На базу. Скорее надо уничтожить им базу. Как можно скорее убрать им завод постройки собирания спайса. Так, ну куда вы шмаляете-то? Туда, куда надо вообще. Черт подери, сколько же вас сюда прется-то? Хрен в Харвестер этот. Забьем на это и поехали. У них следующую базу.
Так, в чем я остановился? Да, про Силос. Вот это вот, видите, вот база, вот это вот, очки. То есть ее в ней наши ромхаки сделали, чтобы она вмещала 2000 единиц спайса. Ну а завод, я уже, по-моему, говорил по нему, не говорил, что он вмещает 1000 единиц максимально. Вот. Обидите этого. Трайк этот. Гады, а. Всех мне повынесли. Да. Переигрывает, чувствую. Неужели нельзя пройти-то? Сейчас все равно найдем способ. Взломать их. Есть идея снести им базу сразу. Можно квадерный, в принципе, сразу начать. Снести завод. Шагает дружно в ряд. Это наш сибирский отряд. Ать-два, ать-два, левой, правой, ать-два, ать-два.
Thank you.
Гады. Гады, гады, гады. Пора нападать на эту базу. Нападать. Обращаем внимание. Продолжаем ехать. И идти. Враги практически приплыли. Так, больше у нас ни юнитов тут нету. По-моему. А вот еще остались. Пускай войдет. И туповатый гоняется за одним юнитом. Видите, сколько отрядов шпарит за ним. Целый легион. Так, никто по кому стреляет. А, понятно. Эти между собой пускай стреляются. Опять наступать тихоньку на базу вражескую. Будем по кругу их водить. Вообще перестрелку ведут. Пускай ведут перестрелочку. Так, вперед, парни. Жмонать их базу.
Так. Бежали, да, за ним? Отлично. Пускай бегает. Пока тут базу проразнесем всю. Кстати, вот в оригинале тоже было не завоевать эту базу. Связь, которая. Бегай, чувак, убегай. Гад все-таки убила. Давай, мочи. Ну, походу мне догнали и не тогда. Гады. Успели все-таки не вернуть. И не там. Так, куда же они идут, интересно? На базу возвращается у нас, скорее начать. К нам на базу, точнее к нам на базу, а к врагу двигаются юниты вражеские. Да скорее с ними разбираться. Пока они зазевались. Ой, вот это тут что стоишь? И смелее, помогай. Отлично. Долбим их базу. Давай, парни. Нам надо раскидать этих гадов. Ой, все, убегать надо. Убегаем.
пока они сфокусировались на кладе моем. Давай, сгорай. Уже. Что-то жесть уже до конца. Есть, вместе с Харвестером. Отлично. Отлично, отлично. Все. Так, надо потихонечку сюда двигаться. Твою дивизию. Давай, парни, бегай, бегай. Отлично. Вперед, жмана, 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 тих. Тих, гадов. Как они накладывают, сфокусировались. Осталось две последних базы. Все. Скорее всего, так и есть. Все, ломим, ломим отсюда. Покидаем эту зону. Сюда. Скани носится. Кошки-мышки будем с ними играть. Они будут бегать за ним. Все, ком приплыл. Да, кстати, когда снесешь базу, компу ему дают халявные деньги в размере, получается, стоимости базы. То есть, например, стоит, если виндрэп стоит, получается, ветряная мельница стоит 300, то есть ему возвращает ровно такую же сумму. Вот. То есть снесли базу, ему $300 начислили. То есть сделали это, получается, с оригинала это осталась такая херня. Ну, то есть придуманная разработчиками. И наши ромхакеры решили ее оставить. Ну, сейчас сборки вышли. Новые, по-моему, там уже есть. Эту фичу можно уже, получается, редактировать. Как-то так.
где мой шквад-то, где вот он. Сюда. Какая вот тебя уберем. Все, ком приплыл. Последняя база. Усилили. Конечно, миссию. Отлично. Размозжили базу. Победа. Падшие наемники навсегда останутся знойному Аракису и прожигающему солнцу. Кровь их пролита не зря. Ты меня порадовал. Успех нам будет, кстати, в грядущих миссиях. Так, за 23 минуты осилили. Ну вот, нашли способ пройти ее. Что не может, скажем так, радовать. Вот. Напомню, мы проходили, получается, точнее, я проходил, тестировал вторую миссию за Харконненов. Напомню, это не оригинал, это хак, сделанный нашими умельцами. Форум, которых имеется, получается, у меня будет в подписи под видео. Это хак Дюны на сборке R72. Вот. Ну что хотелось бы сказать напоследок. Играйте в ретро-игры. И не забывайте о реальных делах. Всем удачи. Всем пока. С вами был Ермак. Играйте в ретро-игры.